participate. Я исполняет Олег Мартынов.
знания о Иосифе. Thank you.
Thank you.
когда мы объединяемся и музицируем, происходит какое-то волшебство, да, и вырастают крылья, и хочется петь, и дети становятся необыкновенно талантливыми. Ну и потом они вырастают, я тоже надеюсь, что они несут этот заряд весны и также продолжают по жизни не просто жить какими-то серыми буднями, да, а создавать сами себе праздник. Благодаря тому добру, который заложил Александр Сергеевич, и той прекрасной музыке, которую мы исполняем. Большое вам всем спасибо. Давайте в заключение все вместе споем многое лето. Музыки, весне и все, что было у всех хорошо. Этой школы, им низкий поклон и за профессионализм, и за музыкантские совершенно невероятные таланты, и за человеческие качества, которые определяются великим словом «любовь».
к музыке, к искусству, и вам, дети. И поэтому вы такие счастливые, вы такие талантливые. И поэтому, когда мы вас слушаем, у нас действительно слов нет, и на глазах слезы. Спасибо вам, дети. И так, лишь мне дорогу, и так будет всегда. Да, мы пришли сегодня из колледжа Шопена и мечтаем с вами когда-нибудь вместе сыграть. Память плохая у меня на лице. А я помню очень хорошо. Зоя Анатольевна. И Наденька. Девочки, у вас гениальный хормистр. Там мальчик. И мальчик, у вас такой хормистер шикарный, роскошный. Любите его, берегите его. Концерт бесподобный. Я вас поздравляю всех. Я такое удовольствие получила, колоссальное совершенно. Сил и здоровья. Спасибо огромное. Вот... Ну, в общем, здравствуйте! Украшайте мир веснушки, украшайте мир. У вас это так хорошо получается. Спасибо огромное. Анатолий Абрамович, проходите поближе, ниже там. Да, ну, во-первых, давайте мы еще раз. Ну, да, мы... концерты, которые прошли в честь нашего 50-летия. Мне очень хочется, чтобы мы вас радовали дальше. Ой, спасибо огромное. И я и мои друзья-оркестранты сегодня вот испытали просто счастье. Ко мне они подходили и выражали восхищение и удивление мастерством и вот этим отношением к музыке, которое вот у вас есть и которые надо очень, очень беречь. И я вот, слушая второе отделение, был просто абсолютно счастливым человеком. Вот, вы знаете, это редкие вдовения, которые вот такая чистота, такое мастерство, такая отдача, такое обаяние. Будьте все здоровы и как можно дольше сохраняйте вот все эти качества, которые у вас есть. А мы получили громадное наслаждение. Спасибо, Надежда. Спасибо. Спасибо. Спасибо всем, кто здесь работает. А мы будем ждать новых встреч с вами. С радостью. У меня уже есть один вариант, да. Хорошо. У нас в следующем году есть абонемент у студенческого оркестра консерватории, в котором будут солировать лауреаты Щелкунчика. И мы на протяжении этих концертов, четырех, постараемся исполнить почти всю музыку балета. То есть в каждом концерте. И в том числе в «Вальс снежинок», я не представляю его без вас. Хорошо, мы с удовольствием. Спасибо. Традиции. Ну, приятно. Так, сначала частность. На современном языке. Под гайд с оркестром и новый Рубин – это очень круто. Это совсем круто. Вот. А теперь серьезно. Знаете, ведь у нас сегодняшний концерт, он самый близкий к формальному дню рождения весны. 4 года назад наш штурвал перехватила Надежда Владимировна. И то, в каком состоянии на сегодня находится школа, находится хор, то, как мы поем, то, как мы чувствуем, то, как мы звучим, и то, как мы выглядим, это, конечно, потрясающе. Никто не хотел, никогда и не думал, как мы будем жить без Александра Сергеевича. Но когда так случилось, я, конечно, должен... Низкий-низкий поклон Надежде Владимировне. Спасибо.
вашем доме, в наших педагогах замечательных, да, вот что это прорастает как-то, да, и дает нам жизнь дальше. Вот это удивительно совершенно чудо, конечно, нам надо изо всех сил стараться и дальше прорастать. Да, не теряет. Но ребята совершенно замечательные педагоги у нас. Так что спасибо всем большое. Не знаю, может, еще кто-то там стоит, вот еще один композитор очень хороший. Хотите нам что-то сказать, Алексей Владимирович? Вы так скромно скажите, мы не пели вашего произведения сегодня. Вы замечательно звучите, и хочется, чтобы вы и дальше звучали так здорово. Мы будем стараться. Я еще раз всех поздравляю, девочки и мальчики, там, которые один мальчик скис. Где тот мальчик, который скис? Ты уже воскрес, нет? Все, я вас поздравляю, люблю. Да, вы большие-большие умнички. Все, теперь вас ждет угощение небольшое, да? А потом аккуратненько все собираемся. Отдыхаем. Спасибо, давайте всем. Ой, ребята, у нас же сегодня день рождения, целых два. Целых два дня рождения отправляем. Я вот сегодня, я объявляю. Ребятки, сегодня Насте Прокофьевой исполнилось 14 лет. Как-то пошире встаньте. Да, давайте, она выбрала произведение, которое мы не пели, по-моему, уже целый год. Ла Тартарелла. Мы в лагере последний раз пели. Ля. Веники, веники, да веники, поменики, да палочки, валялись, распечатали, порвались, кум говорила, я.
Веники, веники, да веники, помилики, да папичи валялись, и да с печи оборвались. Кум Гаврилу, кум Гаврилу, я Гаврилу говорила. Веники, веники, да веники, помилики, да папичи валялись, и да с печи оборвались. Вас приглашается на фотографирование вниз.